Слышь, мать, говорит, слезла с качели, толкает ее. Я бы завидовала. Жужу, мои качели, говорит. Сейчас такая тебе ногами раз и выскочила. Еще раз, давай, раз, два, три, нет. Устали. Скажи, я устал. Я сегодня без голоса и это, кричать не могу. Одна пишет, кто-то там, а, Кусик начал это, кролика, что ли, гонять. Я это говорю, Кусик на него, можете, пожалуйста, потише говорить, типа, в телефон. Или монтируйте, типа, в такие моменты. Я говорю, извините, если я буду еще монтировать, говорю, это вам вообще на другой канал. Да? Че замолчали? Все так слушают. Боня, ты что там? Ну вот, рассадились сказки читать. Ага. Что ты, любовь моя? Я же говорю, нам надо такого человека на работу, как бы тут не столько все это. Мы все, я дома, когда целый день тоже хожу, все и делаешь, убираешь. Им вообще не надо побольше сказать. Или вот так гостей. Гостей нам надо сказать. Ой, Жужу. Ага, это такая. Меня. Зайка, зайчишка мой милый. Ну, милый, это прекрасный. Какой-то маршрутик рядышком приглядеть, чтобы заезжать. Это мы... Спасибо. Остом в нос. Да у меня ничего нет. А если найду? Семки езер, это если найду. Жужу. Так что ты же нормально давала сгладиться. Все разыгралось? Да, скажи. Вот все, говорит, слава богу, свалила. Все, говорит, на месте там ничего не пропукало, скажи, моего мыша. Все, видишь, ей неинтересно стало, тебя выжило.